Брайтон, ех. Высыпаем лук. 2 столовые ложки подсолнечного масла на сковороду. Высыпаем сюда лук, 5 больших луковиц. Перемешиваем, поджариваем до золотистого цвета. А пока что берем капусту и высыпаем в навар грибов. Лук стал немного золотистый. Добавляем сюда сладкий перец, который остался, и морковь. Фрайд оньен, пеппа, кэрот. Фрайд, аньезе, фрайде, карет, пеппа. Бульон. Пожаренные овощи высыпаем в бульон. Варим еще 10 минут. Сковороду. Oil to. Примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла. Фрай. Пожарим буряк. Перемешиваем, обжаривая. Примерно 5 минут. Бульон карич 20 минут. Капуста будет вариться примерно минут 20. Пока станет мягкой, тогда добавить буряк. Карич. Капуста стала мягкой, добавляем буряк. Варим еще 12 минут, когда закипит на маленьком огне. Воды немножко убавилось, стало пол кастрюли, но зато борщик густой, и это без картошки. Густой, наваристый. Варим еще 12 минут с буряком, с свеклой. Грин, зеленая петрушка. Томатоу. Солт. Добавляем томат и соль. Салат. Тем временем готовим салат из буряка. Буряк, ну, очень полезен для здоровья. И не потому, что про это как бы говорят или когда-то говорили, а потому, что это правда. Натираем буряк на терку. 2 больших буряка. 3 луковицы измельчаем.
Добавляем чеснок. Майонезный соус. Я предпочитаю майонезный соус, потому что он легче. В нем меньше жира. И приятнее есть поэтому. Не такой тяжкий. Попроще. Перемешиваем. И сейчас будет отличный салатик. Когда-то давно этот салатик готовили из лука и буряка. Но на сегодняшний день можно добавлять соус. А сколько сейчас соусов разных? Соусы с паприкой, соусы перченые, соусы с добавками мяса, говядины. Добавляешь любой соус, еще добавить сюда чеснок, и салатик становится прямо... И очень полезный салат из сырого бурячка. Его можно есть сырым, можно отварить и вареный буряк салат приготовить. Суп. Пеппа. Чили. Салат. Пикча. Фиш. Красный борщ, сваренный на грибном наваре, готов. Сверху перец чили, еще его называют огонек, потому что он маленький, но очень перченый. А это салат из буряка, майонезного соуса, лука, чеснока, украшенный сыром в виде рыбы. Это... Рыбка улыбается, это ее хвостик. Сервировка салата. Пробуем. Сначала попробуем салатик. Первое, второе блюдо, как принято. А сначала идет первое блюдо. Пробуем сначала борщик. Немножко горячий. Чтобы был горячее, можно подогреть. Бон аппетит! Пробуем салат. Ням-ням-ням. Бон аппетит! Обязательно попробуйте приготовить на грибном наваре борщик
и приготовить этот салат из буряка с майонезным соусом и чесночком. Подписывайтесь на канал, это будет ваша благодарность за видео. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы приходили оповещения про все видео. Спасибо большое за просмотр. Также посмотрите, на видео есть плейлисты, кулинарочка, рецепты. Thank you very much. Like us and commentaries. See you! Bon appétit. See you.